Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Решили жилищный вопрос. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, в каких условиях живет многодетная семья, получившая средства на приобретение дома. Проект межевания, а не планировки. Какое будущее ждет 112-й квартал? Ожившие полотна. В музее Алабино готовятся к выставке известного российского художника Никоса Сафронова. До нового учебного года остается немногим больше 2 недель. Готовятся не только дети и родители, но и сами школы. Специальная комиссия проверяет здания на безопасность. Сотрудники МЧС и представители департамента образования посетили 64-ю школу и узнали, соответствуют ли помещения всем необходимым требованиям. Мэри Елчан расскажет о результатах. 64-я школа в Самаре активно готовится к новому учебному году. Это учебное заведение вошло в 100 школ региона, где в этом году создадут цифровую образовательную среду. В 2019-м здесь капитально отремонтировали пищеблок. В этом году, конечно же, организовать бесплатное горячее питание для всех учащихся первых и четвертых классов мы готовы и с нетерпением ждем этого. Помимо этого, естественно, для всех желающих школы будет организовано горячее питание. Представители регионального МЧС проверили в школе систему пожарной безопасности, пути эвакуации, состояние автоматических средств оповещения и сигнализаций, наличие огнетушителей, чтобы все они находились в рабочем состоянии и на видных местах. Все замечания, которые в ходе приемки, которые выявляют инспектора государственного пожарного надзора, руководители образовательных учреждений принимают во внимание и стараются все это в кратчайшие сроки устранить, чтобы детям было безопасно находиться в школах. За соблюдением обязательных правил безопасности будут следить и дальше. Из 387 школ осталось проверить порядка 50. Администрация городского округа финансирует работы по техническому содержанию систем автоматической пожарной сигнализации, а также системы передачи сигнала о пожаре на пульт 01. То есть все учреждения города у нас финансированием обеспечены в полном объеме до конца года. В новый учебный год эпидобстановка внесла свои коррективы. В общеобразовательных организациях за каждым классом закрепят отдельный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования. Рециркуляторы, бесконтактные термометры, санитайзеры, маски и перчатки для работников пищеблока уже закупили. Мэри Елчан, Сергей Баскин. События. Тем временем почти 5000 мест в детские сады распределили в Самаре. Процесс проходил в автоматическом режиме. О предоставлении места для ребенка в детском саду родителям сообщат специалисты учреждения. Также электронное заявление перейдет из статуса «очередник» в статус «направлен». Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться на портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений». В течение 10 рабочих дней родители должны предоставить письменное согласие с выделенным местом в детском саду. Им необходимо в срочном порядке явиться в образовательную организацию, предоставить весь пакет документов. Я обращаю внимание, тот пакет документов, который устанавливает и указывает на льготу, необходимо заключить договор с образовательной организацией. Те родители, которые не придут и проигнорируют, конечно, не будут участвовать у нас уже в распределении заключения договорных отношений, и мы сразу выставляем эти вакантные места и проведем дополнительную процедуру распределения. Многодетная семья Ржевских из Самары получила возможность приобрести дом. Все это благодаря новой городской программе «Самара социальная», которая входит в нацпроект «Демография». Глава города Елена Лапушкина в прошлом году вручила семье сертификат на приобретение жилья, а сегодня лично приехала поздравить с новосельем. Продолжит Мэри Елчан. Здрасте! Ой, а я тоже. Вот, смотрите, я подготовилась. Здрасте! Рада вас видеть. Светлана Ржевская одна воспитывает 3 дочерей и 2 сыновей. Раньше многодетной семье приходилось жить в аварийной квартире, где не было удобств. Сейчас есть собственный частный дом с баней и садом. Они купили его благодаря новой городской программе «Самара социальная». Жилищный сертификат полностью покрыл стоимость дома. Я искала место, чтобы никому, нам, не всем было удобно на работу, на учебу. Мы решили свой квартирный вопрос. У детей благополучные условия. Вот, и мы можем следующие какие-то цели ставить в жизни. Несмотря на жизненные трудности, Светлана смогла сохранить счастье в семье. Все дети учатся, старшие уже в колледже, младшие пока в школе. Как говорит 14-летняя Олеся, новый дом теперь точно их крепость.
Когда мы сюда переехали, мы сразу хорошо разложились. То есть вот здесь сплю я с мамой, сестры спят внизу, а Емеля разложился на складушке, так как в той части дома пока ремонт. Программа «Самара социальная» будет действовать еще 2 года. Сейчас меры по поддержке семьи, материнства и детства в регионе выходят на новый уровень. Мария Елчан, Василий Колдашов. События. Они встретились на танцах в далеком 1960-м. Это была любовь с первого взгляда. Сегодня семья Армишевых отмечает бриллиантовый юбилей свадьбы – 60 лет совместной жизни. Юбиляров поздравила глава города Елена Лапушкина. На торжестве побывала и Мария Левина. Их семье 60 лет. Бриллиантовый юбилей. Антонин и Софья Армишевы познакомились на танцах больше полувека назад. Она случайно попала на танцплощадку в чужом городе, где никого не знала. И когда уже собиралась уходить, подошел он, молодой геолог. Пригласил танцевать. Как оказалось позже, это была проверка, которую Софья блестяще прошла. Я всех девушек, с которыми я общался, в первую очередь я их оценил, умеют ли они танцевать. Если они танцуют хорошо, а я с удовольствием этим занимался. И как только ее пригласил и заметил, что она танцует прекрасно, мне больше ничего не надо было. И дальше второй танец, и так далее, и так далее. И так до 3 часов ночи мы с ней прогуляли. Их роман длился чуть больше недели. Потом Софья уехала в другой город. Но общение продолжили, стали переписываться. Отправляли послания друг другу каждый день. Где бы ни находился Антонин, а приходилось бывать даже на островах Северного Ледовитого океана, там он открывал новые нефтяные месторождения, везде находил возможность отправить весточку. Софья сохранила каждое письмо. Через пару месяцев Антонин приехал к любимой, и больше они не расставались. Главный секрет крепких отношений, признается пара, это терпение и любовь. Юбиляра в семейной жизни поздравила глава города Елена Лапушкина. Хочу пожелать, чтобы еще долгие годы шли рука об руку, чтобы на примере вашей семьи учились родные и близкие, и не только они. И хочу сказать, что, конечно, губернатор наш Дмитрий Ильич Азаров говорит вам самые теплые, самые искренние слова признательности и благодарности за то, что вы создали замечательную семью и являетесь примером для миллионов и миллионов людей. В семье у Армишевых 2 взрослых сыновей – внуки и правнуки. История любви младшего сына очень похожа на пример родителей. В браке с женой они уже 26 лет решили пожениться после 1 дня знакомства. Случайно встретились в Самаре. Потом, как и у родителей, были долгие переписки. А уже на 2-ю встречу Юрий приехал к возлюбленной с предложением руки и сердца. Папа с мамой были 3 дня знакомы, а я его опередил. За 1 вечер знакомства решил, что надо жениться уже. Вообще до 60 лет совместной жизни доживает не каждая супружеская пара. А кто ее доживает, очень редко, вот с тем качеством жизни и отношений, которые есть вот у них. В присутствии своих самых близких людей Антонин и Софья Армишевы, как и тогда, в далеком 60-м, скрепили свой союз подписями. Их семью занесли в почетную книгу юбиляров семейной жизни Самарской области. Мария Левина, Константин Головин. События. Елена Лапушкина внесла ясность в ситуацию с будущим 112-го квартала. Речь идет об участке в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской и Ярмарочной, где ранее планировали застройку. На странице в социальной сети Instagram, где недавно зарегистрировалась глава Самары, она сообщила, что утвержден только проект межевания территории, а не планировки. Он позволит, цитата, «формировать земельные участки с фактически занимаемыми в квартале жилыми домами для приведения территории в соответствии с земельным законодательством. Как до, так и после утверждение проекта межевания данного квартала действуют градостроительные регламенты и действующие правила застройки и землепользования. Кроме того, на часть квартала распространяется зона регулирования застройки объекта культурного наследия, здания гостиницы «Европа». Поэтому все ограничения, которые существуют на территории 112-го квартала, остаются в силе. Никаких изменений утвержденный проект межевания территории не подразумевает. Конец цитаты. Самарские онкологи с начала года, несмотря на условия пандемии, пролечили в 1,5 раза больше пациентов, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом в эфире программы «Звоните доктору» на телеканале «Самара ГИС» рассказал министр здравоохранения региона Армен Бинян. Он вышел на диалог со зрителями и в прямом эфире ответил на ряд вопросов о заболеваемости коронавирусной инфекцией, о вакцинации от гриппа, о развитии первичного звена медицины и о поддержке онкологической службы. Только в этом году закуплено более чем на 1 миллиард рублей оборудования
среди которого и новейшие линейные ускорители в количестве 2 штук, которые будут поставлены в областной онкологический диспансер и в 5-ю городскую клиническую больницу города Тольятти. Это обновление парка эндоскопического оборудования, это развитие сети амбулаторных онкологических центров, которые возьмут на себя роль некоего сита и фильтра и помощь большому диспансеру. Программу «Звоните доктору» смотрите на телеканале «Самара ГИС» каждый четверг в 18:15 и задавайте свои вопросы в прямом эфире. Больше всего в этом году подорожала гречка. Впрочем, другие продукты тоже. Минтруд России предложил увеличить прожиточный минимум во втором квартале 2020 года. Россияне отказываются от использования 10-рублевок. Мировой рынок люксовых вещей ждет обвал. Более подробно смотрите в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Доллары и евро сегодня снова подросли, причем существенно. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 августа, составляет 73 рубля 60 копеек. Евро – 87 рублей 4 копейки. По прогнозам специалистов, если сегодня курс евро закроет повышением по отношению к доллару 8-ю неделю подряд, это станет самой продолжительной победной серией единой валюты с 2004 года. Возрождение евровалюты аналитики связывают с июльским обещанием лидеров Европейского Союза укрепить единство путем создания фонда восстановления в 750 миллиардов евро. Ралли единой валюты также способствовало ослабление доллара на фоне растущего опасения за инфляцию в США, которые могут спровоцировать экономические стимулы в ответ на коронавирус. При этом турецкая лира упала к историческим минимумам. Курс к доллару поддерживается искусственным местным регулятором. Но, похоже, его возможности уже на исходе. Этот кризис может потянуть за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль, предупреждают эксперты. Средняя розничная цена гречневой крупы в июле 2020 года, по данным Росстата, выросла более чем в 1,5 раза, до 87 рублей за килограмм, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар. Это связано с тем, что в 2019 году цена на крупу была катастрофически низкой из-за перепроизводства в предыдущие годы. А после сокращения площадей посевов она стала постепенно расти. На стоимости товара сказался и ажиотаж весной 2020 года. Тогда перед введением в стране режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса потребители скупали продукты с длительными сроками хранения. Подорожала не только гречка, но и другие продукты – лук, картофель, морковь, капуста, свекла и яблоки, стоимость которых используется при исчислении прожиточного минимума. В связи с этим Минтруд России предложил повысить прожиточный минимум. Он составит 11 468 рублей, для трудоспособного населения – 12 392 рубля, для пенсионеров – 9 422 рубля, для детей – 11 423 рубля. Цифры согласованы с Министерством экономического развития и Минфином России. На этом все. Контролируйте свои расходы. Погорельцам, пострадавшим во время пожара в поселке Шмидта, оказывают все виды помощи. Материальную, психологическую, юридическую и медицинскую. В 134-й школе были организованы встречи с врачами и специалистами городских профильных департаментов. Со всего города людям передают еду и одежду. Как пострадавшим помогают пережить беду, репортаж нашей съемочной группы. Вместо учителя русского языка – терапевт, вместо учебников на партах – тонометры. В 134-й школе развернули временный медпункт для пострадавших во время пожара в поселке Шмидта. На встречу с врачами пришла и Анастасия Степанова со своей семьей. Говорит, времени посещать поликлинику сейчас нет. Каждый день приходится ходить на пепелище, разбирать то, что уцелело. А потому очень важно посетить всех специалистов быстро в одном месте. Сегодня нас тоже пригласили, всех, кто пострадал. Ко времени мы пришли, тут очень так все организовано, очень даже удивились, что тут каждый кабинет оформлен. Вообще большая благодарность, конечно, сейчас. Хоть нам, конечно, очень некогда, мы все равно, ну, мы думаем, что как бы нам это очень будет во благо. Пострадавшие здесь могут сдать ЭКГ, попасть на прием к терапевту и получить помощь психолога, если нужно. Детей принимают 2 педиатра. Если необходимо провести дополнительные исследования, людей направят в поликлинику к специалистам без очереди. Выявляем показания для дальнейших исследований и лечения и будем проводить соответствующие мероприятия. Для них сейчас зеленый свет будет дан полностью по поликлинике, если необходимо, и в других лечебных учреждениях.
Жители всего региона собирают вещи для пострадавших. Сбор организовало самоуправление поселка. Погорельцам передают деньги, продукты с большим сроком годности, одежду и необходимые предметы быта, технику, посуду и детские игрушки. Полученное распределяют между собой по надобности. Мы стараемся помогать всем, чем мы можем. Главное, чтобы люди почувствовали, что в этой беде они не одни. Поэтому помогают все, поверьте, весь город откликнулся к нам. Везли вещи из Тольятти, из Южного города, из Новокуйбышевска. Огромное всем спасибо, что вот не бросили в трудную минуту. Накануне также в 134-й школе для погорельцев организовали встречу с представителями городских департаментов опеки и управления имуществом. Специалисты рассказали о том, как жители смогут получить выплаты и помогли оформить все необходимые документы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Высокий уровень регистрации. Избирком допустил 95% кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Самарской области. Всего политическими партиями в порядке самовыдвижения в этой избирательной кампании выдвинуто почти 8 тысяч кандидатов. В регионе одновременно проводится 312 избирательных кампаний по замещению 3212 депутатских мандатов. Отказы не превысили 5%. Основные причины – часть кандидатов допустили ошибки при оформлении документов, также не все собрали необходимое количество подписей. Напомню, единый день голосования пройдет 13 сентября. Избирательным комиссиям рекомендовали провести выборы по той же схеме, которую применили во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию, то есть дать возможность людям голосовать несколько дней. Также на этих выборах будут соблюдены все меры безопасности, избирательные участки оснастят санитайзерами. Будет действовать масочный режим. Средства индивидуальной защиты будут приобретены на всех членов комиссии, которые участвуют в голосовании по тем же примерно нормам, для того, чтобы они были достаточны, и для всех избирателей, которые будут участвовать в проведении голосования. Нет, принципиальная позиция как органов исполнительной власти, так и органов, соответственно, избирательной системы, в частности, избирательной комиссии Самарской области, что голосовать должно быть безопасно. Далее коротко о других событиях дня. В Госдуме предлагают ужесточить наказание для хулиганов за рулем. Парламентарии начали подготовку соответствующего законопроекта. Штрафы за мелкое хулиганство предлагают увеличить, если оно было совершено повторно. А для злостных нарушителей, которые привлекаются по аналогичным случаям более двух раз, расширить перечень наказаний, в том числе лишать водительских прав за хулиганство с использованием автомобиля. Идея разработки такого законопроекта появилась у депутатов после случая во Владивостоке, когда водитель «Лексуса» намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, которое попало в интернет. В Самаре из-за строительства газопровода ограничили движение транспорта по улице Степана Разина. Проехать нельзя будет с 14 августа до 16, а также с 21 до 23 числа. Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут исследования. На улице Мариса Тореза запретят остановку и стоянку транспорта. Речь идет об участке от улицы Мяги до Авроры в сторону из города. В ближайшее время там установят новые дорожные знаки, сообщает департамент транспорта администрации Самары. Из Самары с 28 августа снова начнет ходить фирменный поезд в Пензу. Ранее его отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Состав будет курсировать по вторникам, пятницам и воскресеньям. Отправление поезда из Самары в 18:48. Обратно из Пензы поезд будет отправляться в 7:03 с 30 августа по понедельникам, четвергам, воскресеньям. Добраться из Самары в Пензу можно будет за 4 часа 25 минут. В Самаре благоустроят территорию вокруг фабрики кухни. Об этом стало известно во время визита на стройплощадку первого заместителя директора Государственной Третьяковской галереи Андрея Крылова и заместителя по развитию Татьяны Мрдуляш. Пространство вокруг уникального здания сделают новым местом культурного отдыха горожан. В концепции благоустройства учли связь фабрики кухни с заводом ЗИМ. В эту пятницу у православных верующих начался Успенский пост. Он самый короткий, но почти такой же строгий, как Великий, без мясных, молочных и рыбных продуктов. Только 19 августа, в праздник Преображения Господня, разрешается употребление рыбы. Продлится Успенский пост 2 недели и закончится 27 августа, перед праздником Успения Божьей Матери. На последний летний месяц, в том числе на время Успенского поста, приходится также 3 праздника в честь Спасителя, которые на Руси принято называть Спасами. 14 августа – Медовый Спас, 19
19-го Яблочный, а 29-го сразу после Успения Хлебный Спас. Самарский драматический театр откроется 3 сентября премьерой по пьесе «Не покидай меня» белорусского драматурга Алексея Дударева. Это история четырех девушек-разведчиц, которые выполняют спецзадания по уничтожению врага и должны проникнуть в тыл к немцам под видом артистов. Этот спектакль актеры уже сыграли для камер. В преддверии 9 мая его показали на телеэкранах. Но в сентябре актеры впервые представят постановку зрителям. Также сейчас одновременно репетируют три новых спектакля. Это «10 негритят» режиссера театра Михаила Лебедева, «Летая над гнездом кукушки», который ставит Валерий Гришко. И планируется, что в начале 2021 года режиссер Александр Кузин представит мольеровского «Тартюфа». Самое главное, что мы начали творческую нашу жизнь, а не самоизоляцию. Вот. И дай бог, чтобы все наши три работы были, увидели свой свет, и чтобы мы начали зарабатывать, чтобы зритель также вернулся к нам. Окунуться в уникальный мир гениального художника с мировым именем. В музее Алабино готовится к открытию выставки Никоса Сафронова. Гости и жители города смогут увидеть более 60 оригинальных полотен мастера, в том числе работы в стиле Dream Vision. Подробности в репортаже Анатолия Головко. 15 августа в музее Алабино состоится одно из самых ярких культурных событий Самары в этом году. Здесь откроют персональную выставку «Ожившие полотна» заслуженного художника России Никоса Сафронова. Работы живописца будут представлены как в классическом исполнении на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий. Бесшовная проекция позволяет создать изменения иллюзии пространства не только в виде цифрового декора, но и также быть самостоятельным рассказчиком. Есть также работы современные, очень интересные по написанию. Два стиля – Dream Vision, авторский стиль, и живопись. Все это можно будет увидеть. По словам директора музея Алабино, из-за действующих ограничений на выставке одновременно смогут находиться группы до 10 человек. Скажем так, когда очень много людей в зале, это тоже мешает просмотру. Учитывая, что картины при просмотре, в общем-то, нуждаются в погружении, человек должен спокойно посмотреть. Я думаю, что вот это вот регулирование не помешает посетителям. Выставка картин выдающегося российского художника продлится до 15 октября. Посетители смогут увидеть более 60 уникальных работ современного автора. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. В Самаре презентовали выставку детских картин «Души, цвета покажем». Авторы работ – дети с диагнозом ДЦП. Творили юные художники на разные темы. Мастер-классы для них проводили профессиональные художники. На выставке побывала и наша съемочная группа. Здесь только яркие краски, никаких темных оттенков. Так видят мир участники благотворительного проекта «Души, цвета покажем». В течение года дети с диагнозом ДЦП учились рисовать. Идейный вдохновитель – это моя дочка. Она с диагнозом ДЦП, и у нас нет с ней, ну как бы общения, она не разговаривает. И мы так с ней придумали, что при помощи рисунков она мне будет показывать, как она видит этот мир, как она чувствует. И у меня родилась такая идея. Платить это вообще, ну, для всех детей с диагнозом ДЦП, научить их рисовать. Проект стал победителем конкурса фонда президентских грантов. В течение года мастер-классы для особенных детей проводили профессиональные художники. Идею организовать в Самаре выставку творческих работ поддержали художественный музей и общественная палата. Она позже будет открыта в залах музея. Сегодня один день презентации, а потом, когда мы сможем все без масок зайти в музей и улыбаться друг другу, вы обязательно увидите эти работы в залах музея. Мы в обязательном порядке и в этом году, в 2020, и в начинающемся 2021 году эти проекты будем поддерживать, приветствовать и по возможности развивать. Потому что каждый житель Самарской области должен видеть на своем примере, на примере тех людей, которые живут рядом с ним, что жить действительно становится комфортней, что жить становится более уютно на территории нашего любимого региона. И наши ребятишки тому подтверждение. К занятиям по рисованию планируют активно привлекать и родителей особенных детей. Для этого благотворительный фонд планирует реализовать еще один масштабный проект. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События». На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на официальные страницы телеканала «Самара ГИС» в соцсетях и на наш телеграм-канал. Будьте здоровы, до встречи!